Всем-всем наидобрейшего денечка. У Милоськи новая подстилочка. Связалась с своей любимой пряжей Лизе Пуф. Мяконькая такая. Да? Ну, нет, тут, конечно, подстилок и лежанок. Вагон и маленькая тележка. Но еще одна лишней не будет. Да? Твоим маленьким ползуночком на замену что-то новенькое. Покушала сейчас умничка такая. О, все, побежали спиногрызы кушать. Да? Такие уже толстязепенькие, упитанненькие, такие хорошие ребятулечки растут. Лизочка только что скакала, обнималась, целовалась. Все, легла, говорит, я отдыхать теперь буду. Чуть-чуть перекусила, умничка наша. Да твое, тут твое. Их кормишь и сама поешь, да? Еще? Эти батюшки какие, ребенок кушает у меня, никого не слушает. Скажи, прям от них не оторваться. Кушай, кушай, девочка, и никого не слушай. Ой, какая молодец, аппетит хороший. А прям когда мало кушает, так аж пугаюсь. Почему это мало кушает ребенок? Этот ребенок должен много кушать, потому что у нее самой 3 ребенка. Да, милота ты наша ненаглядная. Ой, какие хорошие. Ай, а посисюни какие, а? Прямо. Все у мамки высосут. Но сытые, довольные. Не плачут, не пищат. Все хорошо. А Милуська мама, заботушка, надолго их вообще не оставляет. Сбегает по делам, по своим собачьим. И все, и опять к малышочкам. Да, милота ты наша? Милота и красота. А что сама вот... Сама мало поела, да? А из рук-то все вкусненько, да? Ну, кушай из рук. Что ж с тобой поделать-то? Умничка какая, умничка. Сейчас я тут накрасила тебе, да? Мусорю. Криворукая немножко, да? Милуська наша. Вот какая молодец. Почему у Милуськи все хорошо, у малышочков тьфу-тьфу-тьфу, все хорошо, да? Мамочка себя чувствует замечательно. Скоро эти товарищи побегут вперед с песней, да? Будем собирать их по всему второму этажу. И, конечно, помыть надо малышей сразу же, почистить. Как без этого? Ну, а мы всех целуем, обнимаем и хорошего-хорошего дня желаем. И сытого дня, да? Вот для этих малышочков главное поесть да поспать. Поспать да поесть. Красотуны маленькие.